Как вы думаете, о чем сейчас говорят воробьи? Говорят о чем-то? Ну, очень разговаривают. Жизнь не радует. Это правда. Умеешь радоваться жизни? Умею. А в школу? В школе чуть-чуть нет. Короче, здоровья, удачи с наступающим праздником города. Спасибо. Так, учишься ты хорошо? Все, учись. Спасибо. Ну, немножко радуйся жизни, хорошо? Человек разучился радоваться жизни или нет? Как сказать, выживать надо просто. Сейчас идет на выживание. А радоваться? Радоваться, когда к цели подойдешь, тогда радоваться. А пока еще цель за туманом. Мы умеем радоваться жизни? Ну, смотря кто. Мне, например, нормально чувствую себя. А что нам для радости? Здоровье, наверное, в первую очередь. Здоровье близких, это тоже немаловажно. Здоровье свое, близких, конечно. Это в каких городах вы были? Где? Ну, по значкам. Нет, то я служил в Бердянске, так значок Бердянска. А это значок? Ретроавтомобиль у меня. Был на конкурсе. ЗИС 111, это Хрущев на нем ездил. Покажите мне его. Снимите шляпу, не бойтесь, мне это уже лысина. Вот это, как называется? ЗИС 111. Хрущев на нем катался. А вы его видели? Ну, конечно, по интернету видел. Хрущева? Николая Сергеевича. Знакомый наш, да? Это... Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 85-й год. 85-й? Да, в Москве был фестиваль. Круто. Это Горбачев пришел. Это Горбачев пришел. Да, это при Горбачеве, конечно. Лучше бы он не приходил. Уже когда с марта, кажется, наступил после Лучше бы он не приходил, скажите. Я знаю. Может... Короче, пожелайте запорожцам что-то перед Днем города. Крепкого здоровья, успехов в жизни. Спасибо. Вы сделали физкультуру? Да. Ну так это видно. Удачи вам. Как вы думаете, человек умеет радоваться жизни? Человек умеет радоваться, если у него есть перспектива. Если у него есть надежда. Ну, надежду мы не потеряем, вы извините меня. Надежда у нас не должна пропасть. Нет. У каждого молодого человека должна быть надежда в лучшее. Надежда в будущее. Если этого не будет... Ну, мы крылья не опускаем, извините. Мы не будем опускать. Нет. У нас крылья очень широкие. Поэтому... Насколько мы можем, мы наши крылья распустим. И в этом деле у нас не будет ни малейшей помехи. Мы это сделаем. Спасибо большое. С наступающим вас Днем города. Здоровья, удачи. И пожелайте опять же запорожцам. Дорогие запорожцы, что вам хочу пожелать? Силы, уверенности в будущем. и самодостаточность. И пускай нам никто не завидует. В том году они делали это в пятницу. Да. С наступающим праздником. Человек разучился радоваться или нет? Нет, по моему мнению, до сих пор нет. А что для того, чтобы он радовался? Что этому способствует? Жизнь, радоваться, проживать свою жизнь и радоваться жизни. А что для этого надо? Каждое утро куда-то ходить, с людьми общаться, на природе гулять. Я надеюсь, что завтрашний день нам добавит маленьких или больших положительных эмоций. Конечно, надеюсь. В любом случае, все люди сюда придут, посмотрят этот красивый парк и точно так же проведут хорошо время. Как всегда. Хорош. Все так и стоит. Видно, и больше пойдет.